Церемония прощания с убитой девочкой Соней состоялась 21 октября в Вологде. Отпевание прошло в кафедральном Воскресенском соборе на Кремлевской городской площади. К его началу в храм пришли около 100 человек, но позже их стало намного больше. Люди несли цветы и молчали, некоторые из них плакали. Церемонию провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. На отпевании Соня была в открытом гробу в белом кружевном платьице. По словам очевидцев, на ее лице, несмотря на толстый слой грима, были заметны синяки. После отпевания люди вышли из храма в слезах. Плакали все. Даже мужчины, выходя из храма, отходили в сторонку и вытирали слезы. После отпевания в храме многие собравшиеся поехали на Козицынское кладбище. Прямо от храма отправились два больших автобуса и несколько газелей, все они были заняты людьми. Напомним, Софья Жаворонкова пропала 16 октября. Через два дня ее нашли погибшей. Как удалось выяснить, девочка гуляла вместе с подружкой, их обеих увела к себе домой незнакомая им женщина. Одну из девочек отправила в магазин, а Соню убила.